Давай. Там пропустить нельзя. А это наш завхоз. Госпожа завхоз, несколько слов для телевидения. Ну, это интервью, в общем. В плане чего? Несколько слов. Несколько добрых слов. Мало осталось. Кмар даст. Вот так вот. Командирская палатка. Очень хорошо. Очень мило. Очень здорово. Как вам отдыхалось, товарищ командир? Сейчас скину. Газовая атака. Смерть фашистским оккупантам. Вот и Красная Горка. Всеобщий погост. Старая фронтовая дорога. Сплошная чача, ей-богу. Как они тут воевали? Ну, непостижимо. И гибли сотнями. Боец лежал между корнями вот этой сваленной нами березы. Его останки мы подняли и сложили вот сюда, в каску. Сюда же присовокупили останки еще одного обнаруженного тут же вслед бойца. То есть здесь все, что осталось от двух человек. Второго бойца нашли вот здесь, тоже под корнями березы. Он был убит прямым попаданием нашей мины. И мы сделали этот вывод на основании вот этой скрюченной фляги, которая была покорежена взрывом в момент попадания. Эти вещи поставлены на пни уже нами, конечно, поднятые из земли. Каждый из них был свой хозяин. Мы вешаем амуницию, в том числе каски, на деревья, на пни, для того, чтобы ясно было видно, где же нужно искать, на какой площади.
Наша досточтимая разведка. Йо-йо! Никак? Нет. Бедный. Бывает. Еще одна? Еще одна. Пусто? Надо заровнять по-хорошему, чтобы там ямы не было. Значит, если дождь пойдет, то... Валерий Аркадьевич, с чем имеем дело? С захоронением Чулуинским имеем дело. Понял. На этом месте 21 апреля 1994 года был найден лежащим на поверхности Василий Дмитриевич Плотников, 1907 года рождения, из Ивановской области. Вернее, были найдены его останки, которые находились вместе с останками двух других бойцов, оставшимися безымянными. У него был медальон, у них же медальоны отсутствовали. Совсем рядом с этим местом в тот же день было обнаружено безымянное братское захоронение, в котором оказались погребены останки 41 человека. Мы поднимали это захоронение в течение 5 дней. Это было первое захоронение, которое поднято поисковиками классическим археологическим способом. Вот это типичный поиск верховых убитых. Щуп, миноискатель, лопатка – вот основные предметы орудия труда. Лошадь, патроны, да лошади. Что такое? Имеет. Опа, котелок. Котелок. А это что такое? Череп. Остатки черепа. Да, разбитый. То ли не докопали, то ли не копали совсем, а просто заметили котелочек, да?
Вот. Хочешь пошли? Да. Саш, дай ножик. Челюсть. Челюсть? Да. Лежит мужик. Лежит. Под деревом. Наверх. Может быть, не добрали, конечно. Хотя, знаешь, череп поставить не, ну, это, ну, просто это, так на поверхности и назвать это недобором. Или мародером. Здесь почти не копано. Практически вот, да. Чуть-чуть только вот ковырнули. Угу. Явное железо, которое вон положили котелок на дерево, на бревно. Смотри, а крышка от ганцевского, по-моему, этого. Угу. Противогаза, да? Угу. Да. О, вторая часть челюсти. Еще покажи. Покажи, покажи. Вот. Угу. Иди. Дело потом. Вот, смотри, его просто вот отсюда ковырнули железо, а части они просто сюда кинули. Потому что, видишь, пока кости только череп получается. Вот это нижняя часть. Ушли на раковину. Покажи. Черепные. Часть черепа. Черепные. Угу. Потихонечку. Здесь живет в остатках немецких блиндажей, вот в таких вросших в деревья проволочных заграждениях. Ну, конечно, не только в этом, в минах, гранатах, снарядах, остатках военной амуниции, снаряжения. И, конечно, не только в виде таких поднятых мародерами немецких блиндажах, а и вот в виде остатков сбитого немецкого самолета. Мы только что метрах в 300 в траве, в довольно глухом месте, нашли его детали, которые несли на себе, несут, вернее, на себе табличку с номером самолета. Опять же мародерская работа. Все это железо они вытащили из этой ямы. А вот и деталь с табличкой. И с номерами. Не, ну смотри, валдентатор сохранился подсказочно. Ну он почти весь рассыпался просто. Где валдентатор? Вот он, видишь, вот лопасть пошла. Вот одна, да, лопасть, да. Вторая. А это как раз в движок уже шел. Ребенка, здесь кок должен был быть. О, кстати, деревянные лопасти на нем были. О. Посмотри, там деревянных частей слева, вот там, у ямы, довольно много. А да, так это и есть. Может быть, наверное, есть лопасти. Вон, вон, посмотри, вот они. Это тогда Ю-88 должен быть. У него были деревянные лопасти. Ну, смотри. Так вот это и есть лопасти его. Лопасти, да? Да, вот. Вот это его лопасть. Это краска. Ну, ну. Уже все, уже здесь хранишь. На, лопасти, это правый кот.
наверное, его вот отсюда и доставили, там остатки. Да. Там остатки сладкие. Ну, останки пилота, скорее всего, здесь были, так как здесь нашли все-таки от наручных часов крышечку. Но, скорее всего, здесь просто, во-первых, они были разбиты очень хорошо при падении самолета, а во-вторых, до нас этот самолет нашли мародеры, поэтому навряд ли, что здесь что-то могло остаться уже более существенное. Но установить имена пилотов можно по табличке. По номеру самолета, да, удастся установить, кто это летал. Так что мы будем знать имя Понятно. Того пилота, который здесь погиб. Но жизнь, однако, берет свое. Опа, еще одна игрушечка. Очередная игрушечка. Вылетевшись с кому-то. Да, летал. На канал стола есть головки. Проходи, проходи. Сичева. Руки так не полегче. А то ведь проще, по-моему, здесь встать. Там топ, понимаешь? Давай. Ай. Я не боюсь. Аж сдохнет. Кто-то шарахнуло здесь. Ух, ты смотри. Кружка, вот так. Где-то рядом мужик лежит. Не поднятая, кстати? Она придавлена, да. Ну, в смысле, она и лежала в земле, да? Да. Вот, покажи. Вот так. Ну, может, ее кто-то поднимал, кидал, но, во всяком случае, место не копанное. Ну, вот смотри, какой осколок подарил. Ох ты, швак мой, это 122. Да, здоровый снаряд. Так он попадет по голове, все, голову снесет. Вот писк. Сильный? Сильно, да? Сейчас я так понимаю. Патроны? Очень хорошо. Давай дадим патрон пока. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Рядышком ищи, наверняка еще есть. Ясно. Значит, мужичок где-то рядом. Немецкий патрон. Немецкий? Я не засек. Вот, смотри. Подожди. Разве немецкий, Шура? Это наш. Немецкий.
А вытащи из обоймы. Ну вытащи, я не вижу, просто покажи. Да, патроны немецкие. Без... Шура, там еще что-то есть? Без ободочка. Наступаю еще за край. Вот здесь вот. Ясно. Под бревном все вот. Тут пищит. Здесь пищит. Ох ты, очень сильно. А вот что такое. Вот здесь вот. Ребята, от каски, от немецкой каски. Да, от немецкой, смотри. Обод, внутренний обод. На нем написано Брауншвейг. Там, посмотри, штампик есть. Брауншвейг и год, когда изготовлен. Вот здесь вот где-то штампик. С внешней стороны. Вот. Нет, это размер. Да ладно, бог. Делали в Брауншвейге. Кружка, может, тоже нет. Может быть. А посмотри этот, как его. Надпись на кружке, посмотри. Шура, смотри. Еще одна обойма. А! Нет, вот такой. Так, тоже немцы. Тут они как-то так интересно, вот уже что ли. Прям, о, видишь, вот тут. Да, смотри. Фарш. Эдик, дай кружку, пожалуйста. Сейчас тут вот по всему периметру, где это лежало вот. Бревнышко. Нет, кружка-то наша, ребята. Наша. Кружка наша. Иди возьми, положи туда. Раскручивай щупами. Рома, а? Давай еще 2-3 человека сюда. Кружку здесь надо. Нашли, и осколок здоровый, и патроны. На, раскрутить все место. Иди сюда. Бери Кирилла еще. Иди, ты вот так вот по периметру прощупай вот здесь вот все. Вот рядом с кружкой. Да. А? Да, сильно, слышно действие. Сильно. Даже попал, по-моему. Разворачивай, дерну, снимай всю эту ерунду. Там. Снимай все. И вот тут она, знаете. Кто-то есть его. Молодец, молодец, молодец. Молодец, умница. Хорошо, хорошо. Кто? Нора. Доставай, 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 давай. Кто тут, Карат? Кто? Кто? Карат, кто? Каратка, кто там? Ищи, ищи, ищи. Молодец, умница. Молодец. Вот так. Умница, умница. Молодец. Давай, давай, давай. Тоже поисковик. Ясно. Thank you.
Пластина, хвостушка. Все видимости немецкая, 82 миллиметра. Капсы? Нет, там. Вылетишь? Просто не взорвалась. Заховал, говоришь, да? Запрятал. Уничтожен. Ну, естественно, уничтожен. Само собой. Что ж так оставлять? Старая фронтовая дорога. Сколько людей прошло по этой дороге на поляну только в одну сторону? Сказать трудно. Но погибло здесь больше 6500 человек. Полотно бывшей железной дороги полной колеи. Эта дорога была построена в 1939-1941 годах управлением строительства НКВД. Виктор Суворов в своей книге «Ледокол» упоминает о нескольких таких дорогах и, в частности, имеет в виду и эту. Она была построена в обход Питера и основных железнодорожных узлов с тем, чтобы лесами через болото скрытно можно было перебрасывать воинские части, технику из глубины страны к западной границе. По нашим прикидкам, танковую дивизию в составе 375 танков и вдвое большем количестве автомашин можно было перебросить по этой дороге с учетом наличия порожняка всего лишь за 5 суток. 5 суток и почти 400 танков сосредоточены у западной границы. Никто и ухом не поведет, и пикнуть не успеет. Ее нет на картах 39-го, 40-го, 41-го года, и она появилась в недостроенном виде только на карте 200-тысячного масштаба, изданной в 42-м году. До издания этой карты все советские командиры, которые воевали здесь, а эта дорога была нейтралкой, с правой стороны, с северной, немцы, с левой стороны, с южной, наши, вдоль нее, в предполе немецкой обороны, огромное количество наших незахороненных солдат. Так вот, до издания этой карты наши командиры рисовали ее просто по линейке, карандашом. От коровьего ручья до глубочки. Ну и дальше, если было нужно. С этой воронки, собственно, и начинались Любанские экспедиции. Найдена она была в 89 году по наводке местного лесника. Была раскопана мародерами. Когда мы сюда пришли, вокруг валялись черепа, кости. Разрабатывали ее две экспедиции, осень 89-го и весна 90-го года. Всего в ней было найдено 146 человек. Было поднято 4 медальона, по которым удалось установить 70 человек. Лобов, Костомаров, Новицкий, если не ошибаюсь. Да? Да. В этой воронке в течение нескольких экспедиций мы пытались определить останки. И только по великой случайности, в августе 92 года, когда была очень низкая вода, засуха. Была засуха, мы наконец-то в ней нашли останки. Сколько в ней было? В ней было поднято 25 человек, но, к сожалению, медальонов среди останков мы не нашли. А сейчас, в этой экспедиции, в 10 метрах отсюда, было найдено захоронение, которое сейчас разрабатывают ребята. Поднято уже 12 человек. Сейчас мы посмотрим. Сколь велика сила случая.
Ну, если ребят сейчас доделывают. Сколько людей здесь работало в августе 92 года? Сколько людей здесь в этом углублении? Оно, естественно, было помельче. Мыло руки, лопаты. И вот только два дня назад удалось определить, что это углубление не что иное, как захоронение. К сожалению, большинство останков оказалось перемешаны между собой. Качественная эксгумация их по археологическому принципу для большинства оказалась невозможной. Хотя для некоторых она получилась. Привет. Привет. На куске газеты, поднятом из захоронения, написано «Ежедневная красноармейская газета». К сожалению, название установить пока не удается. Но думаю, если мы хоть кусочек развернем, если это газета «Отвага», «Второй ударной армии», то мы сможем узнать, какое же число, за какое число вышла эта газета. А соответственно, приблизительно установить и дату гибели бойцов. Косвенно о дате гибели свидетельствуют и вот эти хлорницы, стеклянные пробирки с таблетками для обеззараживания воды. Их выдавали обычно весной и летом бойцам. Зимой, само собой, они были не нужны. То есть можно предположить, что бойцы захоронены ближе к весне, скажем, в апреле, может быть, даже в мае. Как я уже сказал, фронтовая дорога Озерье-Красная Горка стала для многих последней дорогой в самом прямом смысле. Но некоторые вернулись по ней обратно, правда, будучи убитыми. Вдоль этой дороги слева и справа в огромном количестве находились и нами в большинстве, наверное, уже подняты. Надеемся, что в большинстве те безымянные захоронения, которые не нанесены ни на одну карту, которые не отмечены никакими знаками, упоминания которых нет ни в одном архиве, и которые устанавливаются по, как мы уже говорили, ряду специфических признаков, многие из них остаются безымянными, но благодаря профессионализации работы, благодаря тому, что мы пытаемся искать и находим способы определения безымянных людей в захоронении через немногие оставшиеся архивные сведения. Благодаря этому уже отнесены в разряд определенных именных три могилы. Более чем обширного списка. В общей сложности это 54 человека. Пока 54. И натыкано этих могил вдоль дороги видимо-невидимо. Здесь было 4 человека, оставшиеся безымянными. Здесь 5 человек, тоже безымянные. А вот в этой с виду невзрачной вороночки. Сначала была она очень маленькая, весьма маленькая, похожа на вороночку от 50-миллиметровой мины. Оказалось, погребено 20 человек, среди них Брылев Николай Никитович из Северо-Енисейского района Красноярского края. В этой могиле, которая находится прямо на берегу Витки, в 20 метрах от дороги, находилось 12 человек. Определил его Саша Коноплев. А
В этом захоронении было поднято 6 бойцов. Один оказался с медальоном Ештокин. Благодаря ему определили остальных 5. И одно захоронение в количестве 7 человек, найденное в 50 метрах отсюда. То есть оно было безымянным, и были установлены данные всех тех, соседнее, кто был в том захоронении. Соседнее захоронение было безымянным. Благодаря одному медальону установлено было захоронение. 22 человека. Девятнадцать человек. Последние три захоронения, которые были найдены в 50 метрах от старой военной дороги, находятся на вырубках. По большой случайности удалось определить эти захоронения, так как после того, как здесь был вырублен лес, на, к сожалению, на земле практически ничего не видно. То есть вырубка нивелирует те специфические признаки, которые определяют могилу в лесу, захоронение в лесу, которые позволяют достаточно точно их определять. В настоящее время все захоронения, которые мы раскапываем археологическим способом, мы закапываем обратно. Рана земли не должна зиять раной. Ставим кресты и вешаем таблички. Кладем каску, что здесь были захоронены останки таких-то бойцов такой-то. Здесь только что было поднято 28 человек из 327-й дивизии.